Приветствую! Прежде чем я начну давать рекомендации Бета Квадри и ее отдельным представителям, хочу напомнить, что это цикл видео, а значит уже было первое видео с важными вступлениями. В этом вступлении я рассказал, с какого дуба я вообще решил давать рекомендации, второе, кому они нужны, а почему кому-то они могут не потребоваться. И вообще там я озвучиваю критерии, основываясь на которых я даю рекомендации. Это, поверьте, важно, чтобы сейчас вам не показалось, что я горожу какие-то стереотипы. Вот, поэтому напоминаю, цикл видео, вступление важно, и еще будет очень важный вывод, который я сделаю после описания рекомендаций четвертой квадри. Держим это в уме, начинаем. Протипировалась у нас девушка одна, Есечка. Я на нее подписалась в Инстаграме, смотрю ее сторис с утра. Так, все, вот это вот мои планы на день, пункт 1, 2, 3, 4, 5, вот это все я сейчас сделаю, жизнь с нуля, все сначала, давай там, живем жизнь. Проходит час, захожу опять к ней на страничку, следующий сторис. Ой, песик, нужна помощь, выбросили его хозяева, кто может приютить, нужны там пеленки, распашонки. И все, и девушка уже вовлекается в эту трагедию, уже и подключается трагизм плохой экологии, жизнь на смарку, план на смарку, и все. И тут я просто таки узнаю себя, потому что у меня точно так же все происходит. Я могу на день расписать миллион целей, планов, задач, а потом меня расстроит какое-то событие, которое произошло вообще на другом краю планеты с каким-то, не знаю, котенком, которого я знать не знаю. И все, я настолько сильно расстраиваюсь, что мне все мои дела кажутся вообще абсолютно неважными, и вообще чем я тут занимаюсь, если там все так плохо. Бета начинается с Есенина, и первая популярная проблема, с которой они сталкиваются, это чувство некой отдаленности от большинства профессий. Есенин чувствует себя далеким, в принципе, от понятия карьеризма. Да, вот этот мир достижений, карьеры и белых воротничков – это, наверное, пожалуй, что-то самое далекое от психотипа Есенина. В реальной жизни это проявляется так, что Есенин приходит в какой-то офис или на работу, и ему трудно вот так взять и следовать общепринятым правилам, нормам, инструкциям и законам этой компании, фирмы или корпорации. Также, если Есенин свободный фрилансер, ему зачастую трудно составить цену за свою работу и просто ее потребовать. Из-за чего так происходит? Ну, во-первых, это слабая, то есть болевая деловая логика. То есть, в принципе, все, что связано с механизмами, алгоритмами, как это устроено, как это сделать, по каким шаблонам, это трудно воспроизводить, это трудно анализировать, об этом трудно вообще долго думать. Да, также деловая логика – это какая-то активно-деятельная функция, которая заставляет сразу думать о пользе, прагматизме. А у Есенина совершенно другие ценностные функции. Более того, другие сильные функции. И сильные функции Есенина – это интуиция времени и этика эмоций. Посудите сами, интуиция времени – это про контекстомыслие, это про глобальность, это про временной континуум, про контекст, как оно было, есть, как оно может стать. И как мы знаем, сильная интуиция времени делает человека несколько таким вдумчивым, медлительным, философствующим вместо активно деятельного. Также у него есть сильная этика эмоций, которая про настроение, про атмосферу. Ну и получается, что Есенин больше похож на представителя богемы, нежели на офисного сотрудника. Что с этим делать, спросите вы? А ничего, отвечу я. Ведь нам сильные и слабые функции даны как раз для того, чтобы мы грамотно ими пользовались. Поэтому Есенину отнюдь не обязательно искать себе, ну, какой-то офис, да, или какую-то стандартную такую государственную работу или такую службу, где будут системы, правила, рамки и законы. 21 век на дворе, я думаю, вполне реально найти себе какой-то фриланс или какое-то творческое занятие, или применить себя в медийной сфере. И я, признаться, немножко поражаюсь со школы соционики, которые рекомендуют прокачивать свои слабые, неценностные функции. Они их называют зоны роста. Простите, плавники – это не зона роста для белки. Вот поэтому, если у вас что-то в слабой функции, просто уходите из этой сферы, прокачивайте там совершенно по минимуму, так, чтобы выживать, вот просто. И идите в ту сферу, где требуются именно ваши сильные функции. Ну, вот и вся рекомендация. Вторая популярная боль Есенина – это мнительность
переживательность или раздувание из мухи слона. Речь идет о тех случаях, когда реальной проблемы еще не существует и, может быть, даже особо нету предпосылок, а Есенин уже весь в слезах. То есть разволновался и думает о том, как он будет решать несуществующие проблемы. Понятно, что медаль этой проблемы состоит из двух сторон. Первая сторона все-таки психологическая, и никто не исключал, что в каких-то сложных случаях нужно идти к психоаналитику или психиатру. Но также тут есть сторона медали и соционическая, где очевидно, что определенная спайка функций приводит к такого рода мышлению. Посудите сами. Интуиция времени, которая все помещает в контекст временной и ярко представляет себе, как оно может быть в будущем, да, или как прошлое может сказаться на будущем. Этика эмоций, которая вся такая преувеличивает, да, или преуменьшает, какую-то трагикомедию нагнетает, да. Интроверсия, которая не дает возможности в полной мере поделиться, выразить, да, что-то, и также вводит человека в глубокую саморефлексию, то есть когда это все глубоко продумывается и переживается. И иррациональность, как чувственная природа, не пропускание через рацио, да, а просто вот все, что я чувствую, так я это и воспринимаю. Это приводит к тому, что раздувается из мухи слон. Что с этим делать? Спросит меня Есенин. Во-первых, стоит, ну, в какой-то мере принять и смириться, что полностью эта проблема, вероятно, не уйдет. Это все-таки связано с вашей линзой восприятия. Во-вторых, оправдываться социотипом и раздувать из мухи слона постоянно и ныть тоже не вариант. Поэтому нужно научиться искать опору на реальность и научиться различать свои чувства и мысли и отделять их от объективной реальности. С одной стороны, в этом может помочь та же самая рефлексия, только уже не просто погружение в кашу из собственного «г», а анализ ситуации. Где начинается и заканчивается ситуация, где начинаются и заканчиваются мои чувства. То есть прежде чем среагировать и заволноваться, нужно разделить это в уме. С другой стороны, спрашивайте помощи у структурных логиков. Мы же единство в различиях ищем или как? То есть, грубо говоря, если вы хотите прочувствовать, прожить и выразить все то, чего еще нету, лучше все-таки это сделать на сцене. И третья боль Есениных, простите уж, она такая же, как и у Дюма, так что будет перекличка с прошлым видео. Да, это вопросы с инстанциями и особенно вопросы между инстанциями. Все то, что я перечислял про нотариусы, документации, оплаты ЖКХ и прочее. Суть проблемы ясна, так что слишком уж углубляться здесь не буду. Все, что нужно делать, это делегировать. Расскажу про одну свою знакомую Жутю. Вот с ней мы видимся довольно редко, но каждый раз, когда видимся, ее можно смело спрашивать, где она сейчас работает. Потому что она каждый раз успевает поменять место работы, успевает поменять место жительства, и каждый раз это какая-то новая история. И еще классика жанра. Я помню, мы только заходим, мы только увиделись, только встретились, заходим в кафешку, заказываем там какой-то чай, и она уже одной ногой в проходе, она уже куда-то готова бежать и выбегать, и по следующим каким-то своим делам бежать. Просто какие-то неуловимые мстители. Теперь о популярных проблемах моего любимого дуала товарища маршала Жукова. И первая устойчивейшая тенденция, которую я замечаю за товарищами Жуковыми, они постоянно ищут новую работу. Не успели еще вот эту работу бросить, они уже рассылают свое резюме на следующие работы и ищут вакансии. Постоянная беготня, дела, новые курсы, новые знакомства, новые профессии. Где у них это шило? Я думаю, что этим шилом является в первую очередь волевая сенсорика, функция очень деятельная, экстравертная, решительная функция, которая про поступки. То есть, грубо говоря, пока Есенин 3 раза представит и подумает, Жуков уже 10 раз сделает. Поэтому вот этот постоянный экстравертный поиск новых профессий, да, он практически неизбежен, потому что очень деятельный социотип хочет везде как-то активно проявиться. Ну вот и ищет. Помимо всего прочего, я не знаю любого другого такого социотипа, который постоянно говорил бы про развитие и движение. Развитие, движение, трансформация, революция, в общем, все надо постоянно менять, и тогда Жуков успокаивается. Если внешняя картинка постоянно меняется, он чувствует все, значит, как это, лыжи едут. Кстати, я очень часто с этим сталкиваюсь на коучингах по профориентации, когда ко мне приходят
Жуковы, ну, выбирать идеальную профессию. И оказывается, что к этому моменту они уже успели и побывать и юристами, и астрологами, и организаторами мероприятий, и маркетологами, брендологами. В общем, кем они только уже не побывали, везде есть практический опыт. При этом образование, возможно, только одно, но умеют уже все. Из-за этого мы начинаем перебирать, а что ты умеешь лучше всего? И ответ всегда почти один и тот же. Решать вопросы. Первое, что я здесь рекомендую сделать, это остепениться. Остепениться и понять, что через 10 лет вот таких скитаний ты так и не сможешь назваться профессионалом в какой-то одной сфере. И в принципе ты познаешь богатый жизненный опыт, но нужен ли людям пилот, визажист, маркетолог, гончар? Людям нужен иногда просто пилот, ну и самому приятнее осознавать себя профи в каком-то деле. Поэтому основная рекомендация состоит в том, чтобы выбрать такое дело, такую профессию, которая потребовала бы от Жукова максимального задействования его сильных сторон и в какой-то мере была бы профессией дирижера, образно выражаясь. Та профессия, которая задействовала бы по максимуму его решительный потенциал. Таких профессий, поверьте, достаточно. Примером такой профессии может быть какой-нибудь кризис-менеджер, когда он со своей командой погружается каждый, условно, месяц в новый проект. В новом проекте новые проблемы, новые задачи, новые люди, но ты все-таки кризис-менеджер, то есть у тебя все равно одна и та же самая профессия остается. А вокруг все разное, вокруг происходит развитие. Ну вот как-то так. Нет, еще не все, еще хочу добавить, что если Жукова не занять, вот всю его многогранность деятельную не занять, то ему будет скучно. У него очень много вот этой энергии, и если работа будет такая статичная, рутинная, сидячая, без новых задач, без новых кипишей, без дедлайнов горящих, будет скука. Один Жуков мне поделился по секрету. Я как делаю? Мне задачу директор поставил, а я дурака валяю где-то неделю. И потом, когда уже сроки горят, и вот уже надо сделать на завтра, я начинаю делать, потому что все горит. И за ночь... готово. И дальше, как пожарник, можно неделю снова отдыхать. В общем, зачем так, если можно изначально выбрать профессию? Ну, в общем, вы поняли. Вторая проблема Жуковых, на самом деле проблема не Жуковых, а их окружение. Ритуальная формальность, любезности, комплименты, оценки качеств характера для Жуковых зачастую остаются чем-то формальным, непонятным, излишним или бессмысленным. И реагирует он на это обычно неуклюже и холодно. Нет, конечно, как экстраверту со слабой способностью к саморефлексии Жукову нужна обратная связь по тому, какой он, но только по запросу. А просто вот любезности, ритуалы, намеки этичные, вот это он, скорее всего, пропустит, если нет запроса. Из-за чего так происходит? Болевая этика отношений. Такая же проблема и у Дон Кихота. Трудно понять всю гамму человеческих чувств, трудно понять, это был намек на что-то или правда человек искренне сказал, что он имеет в виду, поэтому Жуков немножко топорный в отношениях и напрягается, когда всякие любезности возникают, ну как бы не к месту, не по делу. В самой биографии маршала Жукова, того самого маршала Жукова, есть описание того, как он пропускал дворцовые, назовем их так, советские интриги, когда его уже подсиживали, хотели сместить. Он не чувствовал этого и продолжал прежнюю политику. А теперь, собственно, что с этим делать самим Жуковым? Знаете, если честно, с этим не нужно ничего особого делать. Как видите, большинство рекомендаций именно такие. Если Жукову говорят какие-то любезности, комплименты, которые он не может понять, их не нужно понимать. В 90% случаев никаких манипуляций не происходит. Люди просто выражают свое отношение к маршалу Жукову, просто любезничают. Поэтому лучшее, что можно ответить, это «Yes, please». «Yes, please». «Yes, yes, please». Так говорил один официант, который не знал по-английски больше ничего. Вот, пользуйтесь. Работает. Третья боль, о которой стоит все-таки поговорить отдельно, это слабая способность к эмпатии, к саморефлексии, к самоисследованию. Жуковым трудно ответить на вопрос «Кто я? Какой я?». Вот. На самом деле, сказать, что кто-то вообще может объективно ответить на этот вопрос, трудно, потому что человек – существо загадочное для самого себя. Но если говорить немножко примитивней, у Жукова с этим реальные проблемы, это часто проявляется на соционических интервью. На любые вопросы прикладного характера, что поделать, где порешать, опиши свою профессию, отвечает без проблем. Как только
Говоришь ему, за что тебя хвалят, расскажи, за что критикуют, опиши себя. Ступор. Из-за чего так происходит, вероятно, вы уже понимаете, да, это слабая этика отношений, но также это и глубокая вовлеченность во внешнее пространство, во внешние дела. Да, это экстраверсия, волевая сенсорика, структурная логика, надо дела воротить, и очень трудно вот так вот просто сесть, задуматься, ощутить себя, побыть собой, дать какую-то оценку процессам, происходящим внутри, слишком уж его внимание приковано ко внешнему миру. Нужно ли что-то с этим делать? Вопрос, нужно ли что-то с этим делать Жукову? Ответ простой. Если конкретного Жукова это беспокоит, да, лучше что-то с этим делать. Самому, наверное, не вариант. Классный выход – это психоаналитик. Для этого есть специальные люди, которые помогут разобраться во внутреннем мире грамотно, без помощи подружек, которые просто не, ну, не пойми, что могут насоветовать. Вот, если проблемы как таковой нету, и проблема его низкой саморефлексии, эмпатии – это проблема других, то пусть другие решают проблемы, а Жуков решает насущные дела. Ладно, есть еще одна интересная тема – десятидневная випассана. Я сейчас говорю не про эзотерический аспект випассаны, а сугубо психологически-медитационный. Десятидневное молчание и медитация. Посудите сами. Есенин – это и так випассана ходячая, он постоянно в интроверсии, в думах, ему и так норм. Самые большие инсайты, которые я слышал от людей, которые проходили випассану, это было от Жуковых. Они просто в восторге, просто взрывает их эта практика. Они в жизни столько ничего не делали, ничего не делали и не молчали так долго. В общем, ну попробуйте. Гамлет, значит. Есть один Гамлет знакомый, работает в магазине строительных инструментов, и он делился ситуациями, когда к нему звонят покупатели и спрашивают, а есть у вас там станок такой-то, там буквы, цифры, вот такой-то, короче, и как вам его характеристики, вы бы порекомендовали или нет? И Гамлет такой, ну, внутри там ярость, непонимание и много-много-много всего, всяких эмоций, и выдает, да, какой-то там, да, нормальный инструмент такой красный, вообще обалденный, сделает вам все как надо, и в этом всем он ни одной характеристики не называет, но говорит, что как-то харизмой все-таки ему удается убедить этого человека, что да, инструмент, наверное, все-таки какой-то отпадный. Вот прям классика жанра Гамлета, и прям этот парень делился, он как будто бы не видит, куда еще можно пойти с таким набором сильных сторон своих. Ну да, я Гамлет, и что с этим делать? Гамлет. Какие проблемы чаще всего у Гамлета? Первое, пожалуй, это импульсивность, драматизация, излишнее, возможно, эмоциональное восприятие всего, из-за чего Гамлет очень часто хватается за что-то, бурлит какой-то яркой вспышкой короткий срок и быстро перегорает, забывает. То есть есть очень много начатых, амбициозных каких-то дел, проектов, бац, оставлены, забыты. Почему так? Потому что сильная этика эмоций, которая про преувеличение, про драматизацию, про импульсивность, про эмоциональное восприятие. И второе, экстраверсия. То есть экстраверсия, которая постоянно как бы вовлечена во внешние изменения, во внешний мир, и это порождает некую переключаемость, быстро что-то сменяется. Что с этим делать? Прежде чем отвечу, заметьте, это некий запрос на дуал. Гамлету нужна структура, рамки, все должно быть в рамках, да? Какая-то дисциплина. Вот. А Гамлету она реально необходима, и самому ее спродуцировать или долго удерживать, да, поддерживать в себе дисциплину довольно трудно. Поэтому задумайтесь о том, каким способом вы бы хотели этой дисциплины в свою жизнь добавить, чтобы исключить вот такие вот полеты фантазии, да, постоянную переключаемость. Это могут быть какие-то челленджи, марафоны с социальной обязанностью. Это может быть дуал, который всегда рядом, да, и немножечко тебе помогает держаться в узде. В общем, методы могут быть разными, но если простая рекомендация, нужно поработать над дисциплиной. Вторая проблема Гамлетов, которая встречается довольно часто, она похожа на есенскую, такую профнереализованность в чем-то, да? Но тут немножко все усугубляется таким богатым эмоциональным посылом, да? То есть у него сильная этика эмоций,
много вот этих чувств он переживает, много хочет выразить, поделиться этими чувствами. И он не находит той сферы зачастую, где бы это оценили. Поэтому Гамлет сталкивается с необходимостью подавлять свои эмоции, как-то их прятать немножко, да. И часто сферой реализации его базовой функции остается просто юмор, когда он наедине с друзьями, да, в какой-то компании, вот там он как бы раскрывается. Но зачем раскрываться только в компании друзей и работать кассиром, если можно прямо пойти на работу, где это требуется? Из-за чего так происходит? Все та же самая сильная базовая этика эмоций, интуиция времени, и вот в итоге у него все такое драматичное, метафоричное, преуменьшает, преувеличивает, в общем, очень много уделяет внимания эмоциям и очень мало внимания уделяет какой-то профессиональной реализации, да, каким-то практичным делам. Что с этим делать, весьма очевидно. Нужно уходить, смело уходить с работы кассиром и идти в ту сферу, где эмоции оценят. Театр, литература, кино, пиар, брендинг – везде, где нужна искусная, авторская, эмоциональная подача. Тут еще очень важно подчеркнуть, что недостаточно родиться Гамлетом, чтобы уже называться актером. Нет, вполне возможно, что если вполне определенный Гамлет не развивал в себе этику эмоций, да, у него есть такая линза, но он ничего с ней не делал, не ходил ни на какие курсы актерского мастерства или ораторского, вполне возможно, он будет хреновым актером, хреновым поэтом. То есть очень важно вот те базовые функции, которые есть, развивать. Само оно не разовьется. Ну, грубо говоря, если у тебя есть задатки под крылышки, ну, надо как-то учиться летать. Вот, не плавать, летать, но развиваться все равно нужно. Впрочем, для скептиков добавлю, что Гамлет — это не только про театр, кино, это также про музыку, про литературу, это также про брендинг или упаковку чего бы то ни было, чтобы это было лицеприятно, интересно, увлекательно, сфера развлечений, организация праздников. В общем, много сфер, кстати, очень много перекликается с есенскими, так что пока я не снял для Гамлетов отдельный разбор, посмотрите... «Зачем миру Есенины?» Такое видео есть на канале, там многое перекликается с тем, что, в общем-то, и Гамлету не чуждо. Максим Горький. Максим Горький – мой любимый социотип, если что. И у меня брат Горький, поэтому этих историй у меня завались. Одна из последних. Собираемся мы, компанией друзей, играть в настольные игры. Всякие там дикситы на воображение, на ассоциации и так далее. И Дима же достает эти инструкции, правила, начинает там себе вычитывать, пока мы картинки красочно раскладываем, вычитывает. И нам уже прям хочется играть, зачем еще эти правила слушать, как-то по ходу разберемся. И Дима такой: в смысле по ходу разберемся? Надо правила, по правилам, там, по инструкциям. И тут мы начинаем играть и понимаем, что, ну, когда ситуация становится какой-то нестандартной, мы просто не знаем, что делать. Мы не знаем, кто там, чей ход, кто кому что передает. И такие сразу все: «Дима!» И Дима: «Эй, я говорил вам, что правила нужно вычитывать». И тут мы начинаем слушать длинный перечень правил к этой игре. Уже просто все засыпают, уже никто не хочет играть, все хотят просто уснуть. И еще в компании была девочка Гексли, Маричка, и она говорит, она сидит с таким отстраненным взглядом вдаль, вот так сквозь Димы, и говорит: «Дима, когда ты зачитываешь правила, у меня в голове как будто бы чайки курлычат». Горький. Максим Горький. Первая проблема, с которой сталкивается Максим Горький, ну или часто встречаемая проблема, это то, что другие люди не следуют правилам, инструкциям, законам, не дисциплинированы. И Горького это реально раздражает. Зачастую, не говорю, что всегда, но зачастую, линза восприятия, структурная логика и волевая сенсорика плюс интроверсия и рациональность делают из Горьких реально дисциплинированных людей. Ну, посудите сами, сравните со среднестатистическим Гексли. Очень часто так и развиваются качества характера, что Горький будет более целенаправленным, таким сфокусированным, а Гексли больше там-сям. Также причина, по которой Горький раздражается на чужую недисциплинированность, это слабая интуиция возможностей. Она заставляет его думать примерно таким образом. Если я могу, если для меня это естественно и природно, почему он не может? Неужели это так сложно? Вот тут самое время рекомендовать Горькому соционику и рассказать о том, что люди разные. У нас разные линзы восприятия, в зависимости от разных линз восприятия, одни могут что-то одно, другие могут что-то другое. И первые
не могут то, что делают вторые, и наоборот. Поэтому требовать с людей то, чего они не могут, просто нецелесообразно. Да, кто-то менее дисциплинирован, да, кто-то не акцентирует свое внимание на правилах, распорядках и законах, и это нормально. Просто прими это и туси с теми, для кого правила и законы интересны. Бета-квадра ждет тебя, брат. Вторая жалоба, которую я часто слышу от горьких, хоть горькие и не жалуются, это то, что их конкретность, точность и прямолинейность в высказываниях другими людьми, не горькими, воспринимается как угроза. Грубо говоря, смайлов не хватило в сообщении, уже кажется, что горький рассержен или что-то не так. Откуда берется такой суровый прямолинейный образ? Те же самые функции. Структурная логика, волевая сенсорика, рациональность, интроверсия делают человека вот таким вот, вот как поезд. Рельсы, поезд, разрывы справа, разрывы слева, он идет вперед. Что с этим делать? В принципе, Максим и Горький делятся на две категории. Первая категория знает про соционику и свой социотип, а вторая категория Максима Горьких не знают, что они Максимы Горькие. Так вот, легче всегда первой категории. Первая категория уже поняла, что когда общаешься с людьми, хорошо бы иногда немножко улыбнуться. И сообщать людям о своих чувствах. Ну, можно добавлять, что ты не смотри, что я такой суровый. На самом деле я чувствую то-то, то-то. Ну, а в сообщениях можно немножко иногда смайликов доставить. И знаете, улыбайтесь чаще. Вашу улыбку оценят очень дорого. Ведь вполне нормально и привычно, когда улыбается маленькая девочка, но когда улыбается Максим Горький, это дорогого стоит. Третья сложность для Максима Горького – это постоянно находиться в потоках новой информации, когда нужно что-то новое искать, новое внедрять, новое апробировать. Ему проще исполнять, решать, организовывать. Почему креативить сложно, очевидно из его болевой интуиции и возможностей. Мир нового воспринимается как нечто небезопасное, нечто непроверенное. Лучше обратиться к тому, что уже проверено, апробировано, да, какие-то рабочие методы, инструменты уже есть. Также стоит добавить, что вот эта некреативность, она немножко еще усиливается интроверсии и вообще вот этими спайками таких не очень креативных функций, да, структурная логика, она просто все упорядочивает, волевая сенсорика всего достигает и анализирует пространство имеющееся, а не какое-то там прошлое, будущее. И рациональность все сводит к какой-то целесообразности, выгоде и последовательности, поэтому реально тут интуитивных креативных функций сильных попросту нет. Вот поэтому такой некреативный. Что же с этим делать? В первую очередь вспомнить, что каждый социотип креативен, но по своим сильным и ценностным функциям. Поэтому никто лучше и креативнее, чем Максим Горький, не знает, как лучше всего исполнить предписанную инструкцию. Стоит добавить, что Горький — это именно исполнительный, а не идейный лидер. Знаете, идейных всегда хватает. Всегда есть кому посоветовать, выдумать что-нибудь, а делать-то кто будет, да? И Горький — это тот самый организатор, тот самый администратор, который внедрит, исполнит, проконтролирует. Ну, на таких очень большой спрос на самом деле. Поэтому, как видите, не даю никаких манипулятивных рекомендаций, вроде «скажи ей что-то по ограничительной на творческую или по ролевой на сугестивную, и она сделает то, что тебе нужно». Все гораздо проще. Если ты дятел, долби дерево. Если ты тюлень, тюлень себе на льдине, да? То есть все, что у тебя сильное, направляй там, где это требуется. Все, что у тебя слабое, делегируй. Следующие выпуски я посвящу третьей и четвертой квадре. Напоминаю, что это цикл видео, и очень важные выводы будут в конце четвертого видео. Так что, если не смотрел первое видео, обязательно к просмотру, и четвертое тоже будет обязательно к просмотру. Ну, вроде все, да? Все? Ищите единство в различиях. Да, если кто не в курсе, у Леси Гурдейной есть Инстаграм, и там постоянно движ. Она обучает в Инстаграме бесплатно. Я, конечно, в шоке, но просто постоянно там разборы видео, там типируем по семантике в комментариях. В общем, поддержите особу.